В американском Чикаго неизвестные открыли стрельбу и ранили 14 человек. Среди пострадавших есть дети. Инцидент произошел в западной части города. Местная полиция предполагает, что стрелявших было двое. По их словам, преступники ехали на черном внедорожнике и беспорядочно обстреливали людей. Скрываясь с места происшествия, злоумышленники сбили женщину. Данных о погибших пока не поступало. Часть пострадавших сейчас находится в критическом состоянии. Начато расследование.